В Курске на стадионе «Трудовые резервы» прошла Олимпиада по физической культуре среди учащихся школ. Соревнования проходят в четвертый раз. В этом году в них приняли участие 50 девушек и юношей. Проверить свои знания, силу и выносливость приехали юные спортсмены из большинства районов области. Участники традиционной Олимпиады по физической культуре боролись за победу в различных дисциплинах. В Олимпиаду включено теоретико-методическая часть, 100 метров у юношей и у девушек, километр у девушек и 2000 метров у юношей. И силовая программа, силовая подготовка – это подтягивание на перекладине и поднимание туловища из положения лежа у девушек. Важно не только быстро бежать, но и грамотно рассчитать силы. У Насти Сергеевой необходимый опыт уже есть. Бегает с удовольствием. Могу сказать, для меня сложно, здесь ничего не бывает. Как бы ни первый год, ни первый раз. И поэтому сложно никогда. У школьников на этой беговой дорожке достаточно азарта для того, чтобы когда-нибудь выступить не только за честь своей школы, но защищать имя области и страны. Глеб Парфенцев, Владислав Ковтанюк, телеканал 7.